Совершенствованию экономики Каракалпакстана и повышению качества жизни его населения уделяется особое внимание. За последние 7 лет здесь реализовано более 5000 проектов на 15 триллионов сумов. Стоит заметить, что предприниматели Каракалпакстана получили возможность пользоваться уникальными преференциями и льготами, аналогом которых нет в республике. Иными словами, внимание президента полностью изменило ситуацию в регионе. В результате этого в распоряжении предпринимателей ежегодно остается 500 миллиардов сумов. О том, насколько подобные инициативы мотивируют представителей бизнеса, наш следующий репортаж. Локомотивом экономического развития всегда было и будет предпринимательство. Именно благодаря деловой активности создаются новые рабочие места, растут объемы налоговых поступлений в бюджет, обеспечивается конкурентоспособность государства в целом. Бизнесмены чувствуют поддержку на самом высоком уровне, потому смело воплощают в жизнь самые амбициозные проекты. В целях создания привлекательной деловой среды и благоприятных условий для жителей региона в Каракалпакстане в два раза снижены налоги на прибыль, с оборота, на землю и имущество, а ставка социального налога чисто символическая – уровня 1%. В результате этого в распоряжении предпринимателя остается 0,5 триллиона сумм в год. В первой половине 2024 года по состоянию на 1 июля количество малых бизнес-субъектов составляло порядка 30 тысяч. А ведь за аналогичный период прошлого года их число не превышало и 20 тысяч. Все это благодаря созданным возможностям со стороны президента. Вместе с этим можно заметить положительные тенденции в экспортных показателях. В период за январь-июль в Каракалпакстане поставки за рубеж составили 184 миллиона долларов. По сравнению с прошлым годом, это больше на 50 миллионов. Этому поспособствовали вышедшие за подписью руководителя страны указы и постановления. Мы стали чаще сотрудничать с иностранными партнерами, выходить на новые рынки. Указом президента о дополнительных мерах по повышению благосостояния населения Республики Каракалпакстан путем ускоренного развития предпринимательства, инновационных технологий и инфраструктур были созданы большие возможности для представителей деловых кругов в получении льготных кредитов, развития бизнеса. На данный момент ведем строительство 5-звездочной гостиницы, завершили второй этаж. Перед тем, как приступить к строительству, изучили опыт зарубежных стран, чтобы гостиница отвечала всем международным стандартам. Благодаря созданным условиям для предпринимателей Каракалпакстана я без каких-либо проблем смог получить землю. Кредит мне выдали под 14% годовых. Такого еще никогда не было. Задействовали 60 человек. После завершения всех работ планируем создать 150 постоянных рабочих мест. В первую очередь будем трудоустраивать молодежь. Еще одной приятной новостью стало то, что в этом году открытый диалог президента с предпринимателями будет проходить в Каракалпакстане. Все с нетерпением ждут этого события, ведь знают, что после этого обязательно найдут свое решение различные проблемы. Появятся новые возможности для реализации делового потенциала. Каждая поездка главы государства знаменует собой начало реализации новых перспективных проектов. Сегодня регион переживает беспрецедентные изменения. За последние 7 лет было реализовано свыше 5000 проектов. Активно ведется привлечение инвестиций, совершенствуется жилищная инфраструктура. Полностью трансформировались промышленность и аграрный сектор. Свыше 10 нормативно-правовых документов за подписью руководителя страны. Активизировали социально-экономическое развитие Каракалпакстана. В течение короткого времени в Каракалпакстане произошли большие изменения. Налоговые льготы, применяемые к представителям бизнеса в регионе, позволили увеличить количество субъектов предпринимательства. Улучшилась социально-экономическая жизнь. И неважно, о какой сфере идет речь. Преобразования затронули и сельское хозяйство, и медицину, и образование. Предприниматели Каракалпакстана чувствуют себя отлично. Раньше трудно было говорить о развитии бизнеса в нашем регионе. Сейчас он стал одним из драйверов роста. Не будет ошибкой, если сказать, что за этим всем стоит внимание президента нашей страны. Поддержка и внимание лидера Узбекистана вселяет в предпринимателей чувство уверенности, которое сегодня движет ими, позволяя ставить перед собой большие цели и планомерно их достигать, а затем вновь стремиться к покорению новых вершин в мире бизнеса.